Всем привет, меня зовут Марина Лизоркина. Я хотела бы пригласить всех желающих 19 декабря на творческий вечер с моим участием, в рамках которого мы обсудим очень много всего интересного, поднимем такие темы, как дискриминация женщин в современном обществе, дискриминация современных женщин-художников в сфере современного искусства. Поговорим о расизме, о гомофобии, о сексизме, обсудим творчество современных художников, которое затрагивает эти темы. Также вы сможете стать соавторами арт-объекта, который я буду создавать в реальном времени 19 декабря. Устроим масштабную арт-коллаборацию совместную. Ну и плюс, конечно, все пришедшие смогут увидеть мои работы. Всех жду, будет классно!